Шепард, молодец. Все сделано правильно. Даже больше, чем мы рассчитывали. Командующая Шепард обнаружила истину. Но даже этого мало. У нас война. Никто не хочет признавать этого, но на человечество совершено нападение, а ее посылают драться с гетами. С гетами? Мы оба знаем, что главная угроза не они. Гнецы по-прежнему рядом. И мы должны их остановить. Совет никогда не поверит Серберу. Они не примут нашу помощь, даже после того, что достигли люди. Но Шепард... За ней они пойдут. Она же героиня, черт возьми, просто икона. Но ведь это всего лишь женщина. Если она умрет, то и человечество не сдобровать. Значит, сделай так, чтобы она не умерла.